Друзья, всем привет из магазина Fix Price. Это город Омск, улица Нефтезаводская, 19. Посмотрим сегодня с вами товары для ванной и туалета. Что есть? Дозаторы для жидкого мыла. Работают они от 3 батареек. Их надо будет купить. Цена таких 349 рублей. Бамбуковая мыльница за 149 рублей. Размер 13 на 19. Лейка для душа. Пластик, нержавейка. 249 рублей. Длина шланга 1,5 метра. Шарики для стирки за 59 рублей. Круглый контейнер, объем у него 1 литр для мелкого мусора косметического. Очень хорошо подойдет в ванную комнату под ватные диски и палочки. Цена 83 рубля. Очень много различных ковриков для ванной. Вот такой коврик, например, из ПВХ размером 65 на 120 сантиметров, противоскользящий, за 299 рублей. Есть цвета на выбор. Вот такие серебряные и золотые, 66 на 35 сантиметров из ПВХ, стоит 199 рублей с обратной стороны присоски. Силиконовая щетка для ухода за телом, точнее это такая мочалка, сюда нужно налить гель для душа и мыться. 149 рублей. Пластиковые прищепки, тюльпанчики, 12 штук, 99 рублей. Натуральные мочалки из джута и хлопка за 124 рубля. Посмотрим с обратной стороны. Бельевая веревка, длина 2,5 метра. Это полиэстер. За 79 рублей. Пластиковые корзинки для прищепок, которые можно подвесить, как это сделала я. Хороший пластик, плотный. Два цвета за 79 рублей. Однотонная штора для ванной, полипропилен. 180 на 180 сантиметров. В наборе с кольцами. 199 рублей. А это как раз крючки для штор ванной. 12 штук. Нержавейка и пластик. Есть белые и черные. 124 рубля. Чехлы на сиденье унитаза. Много цветов. Цена 149 рублей. Обратная сторона. Ванночка для ног, 12 литров. И смотрите, на саму ручку можно подвесить полотенце, как это нарисовано на картинке. 299 рублей. Хороший пластик. Мочалок тут, конечно, очень много. А вот такие 59 рублей, которые одеваются на руку, 124. Вот это из недавнего, новинка, 99 рублей. Мочалка для пилинга. Это тоже для пилинга за 79. 55 и 79 рублей. Держатель для туалетной бумаги. Это окрашенная сталь. Черненький в стиле лофт. 79 рублей. Есть еще мыльницы за 99. Набор для ванной комнаты полистироловый. Здесь стаканчик, дозатор для жидкого мыла и мыльница. Цена 174,50.
Набор ковриков для ванны и туалета 45 на 60 сантиметров и 38 на 45. 299 рублей. Все полосатые. Щетка для ног, термопластичная резина и пемза. Бережный уход, удобно крепится на липучках к поверхности ванной или душевой кабинки. И ее легко мыть. 199 рублей. Корзинки для белья с крышкой на 30 литров 299 рублей. Вантузы с небольшой ручкой за 99 рублей. И наборы для туалета, ёршики. Не вижу цену на них, кстати говоря. Скорее всего, 199 рублей. Бежевые и белые. Друзья, на этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на канал. Всем хорошего дня и до новых встреч!